Сейчас конец июля, и вот прошелся в очередной раз, собрал те патиссоны и кабачки, которые наросли. Напомню, у меня всего два кустика патиссонов сортов. Это вот этот вот белый, номер 13. Это сорт такой. И второй, ну их мало пока еще поспело, это НЛО оранжевый. И вот уже вот этот сорт белый уже было собрано. Ну я не знаю, штук 10, наверное, плодов, а может и больше. Ну довольно много. И вот сейчас прошелся и опять набрал, ну наверное, столько же. Еще желтый только-только начинает поспевать. То есть патиссончики плодоносят довольно активно. То же самое происходит и с кабачками. Даже и с кабачками картина еще более страшная. То есть вот столько наспело кабачков, я даже не успел их вовремя собрать. Есть вот, которые покрупнее вот наросли. Это сорт астроном, великоватый, но они, конечно, тоже хорошие. Но просто я предпочитаю срывать их поменьше. А вот это сорт цукини аэронавт, тоже очень хороший, очень вкусный сорт. Особенно, когда молоденький, тоже уже их наросло. Вот сейчас их сорвал, некоторые вот покрупнее даже тоже выросли. Вот такое количество кабачков в самом начале их поры плодоношения. Это напоминает мне те жуткие времена, когда я однажды еще, опыта было не очень много, но запомнилось мне надолго. Когда я посадил грядку кабачков, 6 корней. И вот с этой грядки, она так разрослась, я собрал, по-моему, тогда еще счет вел, что-то около 140, по-моему, плодов. Куда я их девал, сейчас уже вспомнить трудно и страшно. То есть раздавал куда мог. Потому что выбрасывать жалко, плоды были очень хорошие. И вот с тех пор я стараюсь выращивать этих культур поменьше. Всего вот у меня по два кустика, и то и один. Вот, например, вот этот вот патиссончик. Он у меня растет в полевых условиях. Я его на пробу просто посмотреть, что он из себя представляет, посеял. И вот они растут, и уже довольно много плодов. То же самое с кабачками. Всего два сорта и плодов довольно много. Ну, сажать совсем по одному кустику, ну, как-то тоже как-то. Ну, а вдруг что-то с ним случится, и я люблю попробовать новые сорта. И вот приходится по два сорта, как минимум, этих культур каждый год выращивать. Ну, я думаю, эта беда небольшая. Лишними кабачки и патиссоны, я думаю, не будут. Найду, куда их пристроить. Вот такой урожай, можно сказать, разгар плодоношения этих плодов в конце июля. А ведь это еще только начало. Еще они будут плодоносить весь август. Ну ладно, посмотрим.